Сотрудники областного управления ФСБ задержали бутлегера из Ставропольского района. В подпольном цехе обнаружили и изъяли более 3500 бутылок алкоголя разных марок. Изъято также оборудование, которое 50-летний нелегальный предприниматель использовал для своего незаконного бизнеса. Свыше 18 тонн спирта, 25 тысяч пустых бутылок, этикетки, крышки и федеральные специальные марки. Материалы переданы в органы внутренних дел.